Врачи бьют тревогу. Все чаще у детей стали встречаться аутоиммунные заболевания. Впрочем, новосибирским медикам удается оперативно поставить диагноз и провести лечение на мировом уровне. Моя коллега Наталья Цопина отправилась в 3-ю городскую клиническую больницу, чтобы узнать о проблеме подробнее и прочитать письма, которые врачам пишут родители пациентов. Дважды Миша лежал в реанимации. Было тяжело и очень страшно. Были судороги, нарушения координации. Мы заново учились сидеть, кушать, говорить, ходить. Сейчас наш сыночек полностью восстановился, и это заслуга наших замечательных врачей. Это отрывок из одного письма, а вот второе. Спустя почти год после нашего знакомства решила выразить вам свою благодарность. Благодарность за каждый день, проведенный мной с моим ребенком. Я даже боюсь иногда представить, что было бы с нашей семьей, если бы в августе прошлого года вы оказались в недосягаемости. Эти слова благодарности написали родители детей, которым в этой больнице оперативно диагностировали непростые аутоиммунные заболевания и смогли стабилизировать состояние малышей. Врачам 3-й детской часто приходится работать с нейроинфекциями, когда бактерии и вирусы локализуются преимущественно в центральной нервной системе. Отмечают, все чаще стали встречаться иммунопатологические заболевания, тяжелые и непредсказуемые. Поражать могут любую систему, выявить их не так просто. Сложны по диагностике, потому что они требуют специфических маркеров диагностических, и эти подходы у нас только начинают разрабатываться, по крайней мере, для центральной нервной системы. Сложны по узнаванию, потому что это целый спектр заболеваний, у которых мало специфических черт, и приходится угадывать этот диагноз. А при этом для пациентов чрезвычайно в перспективе важно вовремя поставить диагноз. Опасно упустить время, а значит, возможность помочь пациенту. По международным стандартам на диагностику аутоиммунных заболеваний отводится месяц. Новосибирским врачам поставить диагноз порой удается в 2 раза быстрее. Если есть необходимость какая-то, то есть у нас, в общем-то, и с Москвой работает, и с Барнаулом. Если какого-то нет исследования, тут же связываемся с институтами этих городов. И, в принципе, в диагностике нет проблем вообще на сегодняшнее время. Уровень новосибирской медицины растет, как и степень доверия. Потому все больше пациентов остаются на лечении в родном регионе. Остаются жить. Наталья Цопина, Сергей Жданов, Новости ОТС.